Здравствуйте, зрители и подписчики. Решил я сегодня поглядеть семью Бакфаст, что на днях мы ставили подкормку им. Что у нас здесь в гнезде было 11 рамок пчел. Поставил я им вот такой вот мед засахарившийся, 3 рамки, так как у них гнездо пустое было. В тот раз это я поставил им 3 рамки. Сегодня полез, думаю, еще дай добавлю пару штук, чтоб не пропадали. Рамки с медом закристаллизованным. И у нас в гнезде оказалось, что им этот корм уже и не нужен в принципе. Но все-таки я поставил им 2 рамочки с закристаллизованным медом. И что у нас здесь в гнезде, сейчас я покажу. Что было, не помню я когда снимал, наверное дней 5 назад. Сегодня у нас 10 апреля. И вот у нас что в гнезде. Сейчас 10 апреля. Полностью все гнездо у нас залито нектаром уже. Это я одну рамочку поднял показать. Ну, залито оно полностью. Все было 11, где добавил. Все 13 рамок залитые медом. И я решил поставить им надставочку на 15 рамок. Ага, так. Сейчас подвинем перегородку. Доску вставную. Здесь тоже с медом у нас получается сейчас в гнезде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 рамок. Этот улей на 18 рамок у нас, 18 рамочный. Это у нас мед рапс с одуванчиком с того года, ну больше рапс. Я его поставил, пускай почистят соты, переработает. И а этот вот, что показывал нектар, свеженалитый, это сейчас цветет ива. Ива, лоза, как у нас говорят. Ну, ива это дерево, лоза кустарник. И вот уже с этой ивы, с лозы, пчелы успели натаскать нам полное гнездо меда. Положим решетку разделительную, чтобы матка не пошла наверх. И поставим надставочку, я уже подготовлю. Вот надставка наша, здесь 15 рамок. Она на 16 вообще, ну рамки у меня есть вот по 30 миллиметров ширины и по 25. Я ставлю 15 на ширину улочки делаю. Короче, у нас сейчас в гнезде пчел самих прилично, где-то 13 плотных рамок. Матке негде яиц сложить сейчас. Я думал, уже в гнезде будет расплод, но они, оказывается, заносили еще гнездо нектаром с ивы. Я вообще-то думал, что ива не пошла особо цвести, но она уже походу пошла в полный цвет. Потому что пчелы идут вот такие плотненькие, пузатые. Ну, поначалу шли чисто с обножкой, а сейчас с нектаром, потому что очень-очень толстые пузатые пчелы такие вот. Это я забираю кандиду, что весной ставили, они почти все ей съели, наверное, грамм 200 осталось. Сейчас загоню пчел вниз, положу разделительную решетку и будем ставить надставку. Через дня 3-4 посмотрим, что у нас в надставке. Думаю, они этот мед, что в гнезде, подымут наверх. Ну, заодно этот с того года переработаю. Так, все, согнал ланивля, чтобы не подавить решеткой пчел. Даже всех загнал. Так, ложим решеточку нашу. Поставила 16 рамок, здесь перегородка. 16 рамок.
10 апреля, думаю, нормальная семья. Сейчас двинем, чтобы все было нормально. По центру стояло. Все это дело мы утеплим, того, что передают немного похолодание до 16, и так ночью похолоднее. Но, думаю, семья сильная, если есть расплод, улочки перекроет, ничего с ними не станет. Ну, сейчас пойду за надставочкой, будем надставку ставить. Не ту надставку взял с набитыми сбоку планками. Надо их. Это я делал немного там не по стандарту. На 5 мм был уровень. Я набивал, чтобы не проваливался. Надо эту планку оторвать сейчас. Приму. Планку оторвал я. Будем ставить надставочку. Это зараза. Вторую. Будем отрывать тоже. Надставка плотно зашла, сейчас пододвину, чтобы все четко стояло. Также с этой стороны посмотрим. Ну еще наша надставочка на 15 полурамок стоит. Распределяем сот. Сейчас у нас около 6 часов вечера. На улице около плюс 25 градусов тепла. Резко зимы перешло у нас в лето все. Поменяю эту немного, не такая громкость. Поменял рамочку. Там плесик немного тонкий, так стоит рамка. Так. Вроде поставил. У нас здесь получается на 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 полурамок. Закрываем дело это все. Через дня 3-4 посмотрим, что у нас получилось. Снизу я выложу ссылочку на тот ролик, что я снимал, когда этим пчелам ставил в качестве подкормки засахарившийся сот, то прошло не так-то и долго. И за это время, как вы видели, одну из рамок я поднимал, там уже залиты у нас нектаром они, эти соты. Сейчас поставим надставку, пчелы мед подымут наверх. Я думаю, что подымут. И будем матке гнездо под яйцекладку. То, что уже, как вы видели, гнездо у нас пчелы залили. Я даже не думал, что уже пошла ива так выделять нектар. Думал, то только эти, что мужские цветы пыльценосы, что только цветут. Аж оказалось, что пошла уже ива расти, цвести. Подкормку мы заберем, эту, что осталось. А все остальное пускай стоит. Так, надо будет все хорошо утеплить, так как еще весна ранняя, как сказать, весна в этом году-то поздняя. Ну, утеплить не помешает. Это вот планки я оторвал с надставки. Снизу были так вот нашитые, чтобы хорошо ставилось. Ну, здесь улья у меня немного тоньше, внутренняя доска корпуса, то зазор вот этот между обшивкой верхней и надставкой получается малый очень, и не улазить эти планки. Пришлось оторвать. Сейчас у нас вот 6 часов вечера, 10 апреля, юг Беларуси. Это семья Бакфаст. И такой вот лед. Для этого времени лед сильный. В остальных семьях то послабже все. Не видно, чтоб так интенсивно. Ну, где-то нормально. Нормально работает у нас крайняя семья там. Одна. В белом вторая. И это третья. Около 5 семей сильных. Больше 9 рамок. Остальные послабже. Вот такой вот лед у нас сейчас. Если днем совсем лед был и пошел, что облед. Как облед проходил, похоже. Сильный-сильный. Я думал, только пыльцу несут покуда с водой. Ну, уже пошел нектар. Будем ставить сильным семьям надставки. Не знаю, может, поспешил их так расширять. Уже 16 рамок. Ну, в принципе, будет прохладно, так они свой клуб выдержат. А так, в основном, было уже у меня раз такое, это годов 5 назад, что сильным семьям в апреле ставлю я надставки на ивовый мед. Так в основном с ивы мед на развитие идет. Я гляжу, тут залили все, решил надставку кинуть им. Можно и остальным надставки поставить. Обножка такая крупнющая. Посмотреть. Немного прикрою солнце. Можно сказать, сезон начался. Через 4 дня залезу. Вместе с вами посмотрим, что здесь у нас. Они нанесут верхнюю надставочку. Если подымут снизу мед наверх, то можно будет еще и вторую поставить.
Лишь бы холода не вернулись сильные, чтобы заморозков не было. Ну, я думаю, если будут заморозки, пчела спустится расплод обогревать. Вот такой у нас сейчас лед. Ульи у меня стоят литками на север, потому сейчас уже вечер, около 6 часов, и солнце светит прямо в литки. С утра оно восходит там у нас, вечером заходит с той стороны. И получается, что ранним утром освещают литки солнцем, и поздним вечером, и они работают до упора, до темноты. Вот пришла очередь пчел таких пыльце полностью. Это у нас лоза зацвела, кусты с котиками и ива. Обножки много, пчел здесь много. Думаю, эту надставочку они за 4 дня зальют. Для них это ерунда. По остальных ульях, то там работа намного слабже. А в этом хорошая. Вот нас. Кот пчеловод пришел. Вот что помогал ранней весной еще снег тут убирать, да подкармливать пчел наших. Ну, будем ждать иголого меда. Если все нормально пойдет, думаю, через недельку на его, через полторы, печатать уже начнут. Потому что улья уже местами печатаны даже сверху. Быстро запечатали. Потому что вот мы, когда ставили прикорм, им этот мед засахарившись, то есть что, пустое гнездо было. А сейчас полностью все залили. Так что в этом году, если погодка не испортится сильно, то будем с иголовым медом. Вот пчела у нас с обножкой запуталась в паутину. Пауки такие пузатые маленькие сидят, надо их давить. То, что они пчел летом ловят паутину. В принципе, семьи бахваст хорошие, если зимы сильные вышли, и на весенний медосбор. А вот уже летом, осенью, если погода туда-сюда пляшет, то на корм много их ходит на расплод. Только что, если ставить гнездо для расплода, расплодную часть рамок каких 10, а остальное все отделить от матки. Тогда меньше на расплод будет идти и мед будут носить. Ну, 18 рамок гнездо, думаю, нормально. Короче, на этом заканчивать будем. Всем, кому было интересно, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. До свидания.